Это программа «Новое утро». Здравствуйте. У нас в студии гости, которых мы с удовольствием сейчас вам представим. Серебряные призеры детского Евровидения. Лиза Дрозд и Саша Лазин сегодня в гостях у нашей программы. Доброе утро вам. Доброе утро. Уже мы успели отдохнуть, как да, приехали? Да, да. От поздравлений. Кто успел поздравить вас уже к этому моменту? Нас успели поздравить уже наши друзья, наши родственники. Также нам отправил поздравительную телеграмму волшебный микрофон Александр Ус. Ой, как здорово. Приятно. Очень приятно. Да, очень приятно. В школах, да, тоже были какие-то подарки и поздравления? Да, вот лично у меня, как бы, меня встретили так. То есть девочки меня встречали, мальчики все меня встречали, все так радовались, поздравляли, говорили молодец. А в конце всех уроков мы пили чай с тортом. Угу. То есть и всем было весело, всем хорошо. Ребят, давайте посмотрим на ваше выступление. У нас есть видеозапись, небольшой фрагмент. Хорошо? Давайте. Освежим впечатление. Ребят, у меня к вам один вопрос. Ну, такой чисто сценический. Вот вы так хорошо выглядите, прически, макияж, костюмы. С вами ездили родители или это работали стилисты над вами? Кто родители, вам конечно, да, ездили с нами. Ездили. Более того, приехала группа поддержки из Красноярска, также из Белоруссии. Но все-таки это, конечно, работа профессионалов, которые ездили с нами. Да. Огромное спасибо за их труд, потому что где-то не так юбка, где-то не так вот волосик там торчит, где-то что-то раскрутилось. То есть они это все сразу увидят и обязательно поправляют. Да. Да, а это шьют или группа еще? Приезжала с вами из Красноярска, да? Нет, это из Москвы. Из Москвы. Безусловно, педагоги из Красноярска с нами работали, да. Но вот на Евровидении самом были, конечно, москвичи. Саш, победил мальчик из Армении, насколько мы знаем, на Евровидении. Ну, он хорош? Да, он очень добрый, позитивный. Он, а поет? Поет тоже очень хорошо, мне очень нравится. Я думаю, что он был достоин победы. Короче, проиграть ему было не обидно? Да нет, конечно, нет. Никому. То есть там были все достойные, кто бы не победил, мы бы не обиделись. Это хорошо. Вы знаете, вы так по-взрослому рассуждаете сейчас, и это приятно. И песня мне показалась, ваше выступление уже достаточно взрослым. Ну, я бы не назвал это даже детской песней. Вы планируете, я так понимаю, продолжать свою вокальную карьеру? Конечно, да. Не собираемся останавливаться на достигнутом. А как родилась вот эта песня? С этой песней мы ее очень любим. Да. Так как сами ее написали вместе с нашими педагогами. Руководителями. Ну, и планируем, может, ее еще петь. Ребят, ну, до взрослого Евровидения дотянете, а там возьмете уже первое место? Ну, в смысле, будете заниматься до взрослого Евровидения? Конечно. Да, конечно. Очень нам очень бы хотелось, да, как я сказала, выступить на взрослом Евровидении, потому что это такой еще как бы более масштабный конкурс. Высокий уровень. Да. Давайте посмотрим, что вы уже умеете делать. Хотя не нам с Андреем уже это судить, потому что вы самые настоящие звезды. Мы вот не можем отпустить сцена. Вас без выступления. Споете на нашей сцене? Да. Да. Сейчас начнем. Просим. Да, хорошо. Тогда музыку, пожалуйста, нам в студию. Ребята сейчас исполнят хорошую песню для вашего настроения. Да, it hurts to go away. It's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you. I love you. You know, I'll be thinking of you. In my everything I do, now the time is
love yourself. Yo, kisses for me, save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, honey, don't cry. But I walk out the door, but I'll soon be back for more. Then I go to Rocky State, and that's why. So cute, honey, G, what you say them up for me? Yo, kisses for me, save all your kisses for me. Bye-bye, baby, bye-bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back for more. Kisses for me, wow! Kisses for me, save all your kisses for me. You know I have to say, kisses for me, save all your kisses for me. Bye-bye, baby, bye-bye. Don't cry, honey, don't cry. Won't you save them for me, even though you're only three? Спасибо большое, Саша Лазин и Лиза Дрозд. Сегодня в гостях у программы «Новое утро». Серебряные призеры Евровидения. Поздравляем вас. Спасибо. Молодцы, ребята, так держать. Спасибо вам большое. Мы пойдем с тобой к тете Тане. Пойдем. Потому что у нас осталось до конца программы совсем мало времени, да, тетя Таня? Нужно еще попробовать, что вы тут сегодня наготовили.